Здарова, народ! С вами Тед и Мозби, и сегодня мы поиграем в PUBG Mobile, и я научу вас, ребятки, как занимать топ-1 в этой замечательной игре для смартфонов. Ну что ж, приступим! Так, мы появились в лобби. Я немножко буду странно играть, как телефон у меня вот здесь, в руках. Надеюсь, вам не будет слышно звуки из игры, потому что микрофон находится рядом с телефоном. И телефон находится рядом с микрофоном. Но я постараюсь затмить своим великолепным голосом эту замечательную игру. Итак, мы в полете. Я вижу на карте, что... О, какие-то сундуки есть. Я не знаю, что это. Давайте сюда. Что это за место? Мне очень интересно. Как по мне, здесь карта, мне кажется, намного больше, чем в самой игре на ПК. Не знаю, почему так кажется, но, короче, здесь очень медленно как-то все происходит. Давай прыгать, дружище. Все, он слишком долго это делает. Я не хочу его ждать. Ладно, они туда летят. Полечу просто. Да вы... Окей. Окей, хватит меня путать. Я лечу в починке, это сюда, да? Там какой-то супер объект или что? Короче, главное, чтобы там никого не было, потому что я уже профукал момент. Это, если что, не реклама. Просто мне выпало. Все, мы на земле. Главное, никого не встретите. Очень удобно, что в этой игре персонаж сам поднимает патроны. Сам поднимает, короче, все необходимое. Возьмем это и это, пожалуй. Первым делом, это знают все игроки PUBG, нужно найти чемодан. Ну, как рюкзак, короче. Граната не нужна она мне. Хотя бы взяли дробовик. Окей, окей, окей. А где он? Куда он? На! На! Бум! Идеально, просто, перфект. О, рюкзак второго уровня есть. Как хорошо мы затарились-то. Возможно, здесь играют боты, а возможно нет. Кто его знает? И поэтому мне так легко удается убивать их в упор. То, что они в меня даже не стреляют. Мы вроде как неплохо затарились. То есть лучше, чем могло бы быть. И что нам нужно дальше делать? Нам нужно подобрать своих тиммейтов, потому что без них топ не занять. В одиночку это будет очень сложно. Я, кажется, слышал выстрелы, но я не уверен. Ага. Эта бибизика не работает. Вау! Пошел ты! Так, ребята, вот вам совет. Когда по вам стреляют, в таких играх нужно вилять, потому что тогда он точно по вам не попадет, ибо ему сложно бежать за вами и еще стрелять. Я тебя вижу. Ха! Изи килл! Ладно, наша задача — это найти автомобиль. Автомобиль! Так, а как их отключить? Все, это было страшное. О, да господи, почему меня преследует эта красная зона? И я элементарно вам покажу, ребята, как выжить в PUBG и занять первое место. Оу, мэн. То, что надо. То, зачем я практически охотился. Аккуратно. Ну. Ну, вы издеваетесь? Так, мой выход. Ну, а дальше у меня слетела запись телефона, и поэтому я вам покажу самый важный отрывок в этой части. Очень плохо, очень плохо. Это очень плохо, ребята. Вот почему нужны тиммейты. И чем больше, тем лучше. Что ж, видимо, я не успею добраться до своих. И это последнее, что будет в этой игре. Меня просто убил какой-то левый чел. Вот так всегда. Играешь сам, занимаешь первое место, думаешь, ох, сейчас как на запись-то обахну, что никто не узнает, что я так хорошо играю. Но все, это конец. Предлагаю вот сюда сброситься. В самый центр, и как бы нам должно повезти, и круг будет с нами. Итак, мы снова на земле. Сейчас будем бегать по зданиям и добывать там оружие, ништячки и прочее. Так, что? О, рюкзак есть. Лазерный прицел.
Я слышу выстрелы, это не есть хорошо. Так, выискивать их нет смысла, да, я так думаю. Да чё вы такие донные, ёжики? Всё, запихнул ему пару пулей в зад. Какое у него хорошее оружие-то? Отлично, аптечка, броня. А, моя Тима рядом, это хороший знак. То есть в любом случае мне помогут, я надеюсь. Главное, чтобы они были адекватными парнягами. И тогда всё будет чики-пуки. Отлично, мы прям в зоне. Прям почти в центре зоны. Остается нам дождаться, когда она будет сужаться. И вот тогда моя Тима просто всех затащит. Блин, здесь реально очень много домов, которые можно облутать. И я этим, по крайней мере, сейчас и займусь. Отлично, минус один. Просто на нашу банду нападают, если вы не заметили. Хулиганы. Кто еще хочет отведать моих сладких пирожков? Слушайте, ну в этот раз мне прям попалась цыганская Тима, потому что, ну, они облутали прям все возможные дома, что только можно и что только нельзя. Че там стоишь? Че смотришь? И чё он там стоял и смотрел, понятия не имею. Мужик реально захотел кайфы словить, что ли, или чё? Тихо. Кто? Fuck you! Меня бьют! Так, пойдем к нашему еще одному товарищу. Потому что втроем-то проще будет. Главное сейчас на эту же ловушку не напороться. Когда я ехал, меня просто расстреляли. Это потому что это было ужасно. Он что, тоже едет, что ли? Или что, он бежит? Оу, мэн! Спасибо, братцы. Я вовек не забуду вашей щедрости. Кажется, кто-то стрелял, нет? Ты думаешь, тут кто-то есть? Здесь кто-нибудь есть? Не, братец, ты, походу, ошибся. Видимо, здесь никого нет. Как видите, осталось 16 убитых. Четверо убитых и осталось 16 живых. Все. Это ли не чудо? Откуда? Минус. Хорошо, что мы с вами втроем, братья. Нас тогда точно никто не убьет. Ну, я надеюсь. Хоть врагов и 13. Сейчас карта сузится. И мы узнаем, где эти жолики находятся. И чё? Ёжики свиные! Ну вы чё? Не понимаете, что вы... Ой. Сражайтесь с великой Теда Мосби. Давай, сбрасывай. Сбрасывай. Сейчас как лазером тебе пилотом посвечу. Так, осталось 9 человек. Видимо, трое из которых мы. Получается, осталось 6? Или нас не включает? Я уже фиг его знает. Вроде включает, поэтому... 6 человек, грубо говоря, осталось. Ой, ну где ж-то вы... Бежите, крысы подводные. Так, у них там идет перестрелка. Оу, щит! Вот так вот надо, ребята. Блин, даже непонятно, с какой он стороны-то будет идти. Все. Изи топ-1, изи! Что ж, ну вот этот мага-красавчик, не поспоришь. Убийств 6, помощь 76. А у меня убито 7, а я больше тебя, мага. Ууу. Ладно, он красавчик. В общем, вы поняли, ребята, что залог первого места — это команда, умение двигать быстро пальцами и, в общем-то, и терпение, абсолютно точно, терпение. У-у-у, победа! Что ж, ребята, огромное всем спасибо за просмотр. Это был Тед Мосби, это был PUBG Mobile. Следующее, если вы хотите, я запишу PUBG Mobile Lite. Тоже Easy Top 1. Вот увидите. Это просто, ну, это было как легче легкого. В общем, хороших вам побед, ребят. Хороших вам ресурсов и крутых киллов. Пишите комментарии, хотите ли вы продолжение такого вот. Или хотите, если я еще что-то запишу, например, там Brawl Stars. Вот, пишите об этом в комментариях обязательно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и увидимся в следующем видео. Пока!